Я не успеваю, Элизабет. Земля гибнет. Люди страдают. Скоро начнется голод. Твоя система терраформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Только во мне живы твои гены. Скоро мы достигнем критической точки. И тогда мы вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Геи, управляющего искусственного интеллекта. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Я иду под сияющим звездным небом, по цветущему полю. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Я всегда остаюсь одна. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Геи. И я сделаю для этого все. Обещаю. Да это же Элой, спасительница Меридиана, избранная Нора. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да, но праздник был в твою честь. К слову. Что ж, какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит, важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое, но я... Я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что?
Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Ясно. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Визор? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве. Можно много объяснить. Сделаю это по дороге. И ты всегда вот так видишь? Да, с самого детства. Давай. Идем. Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Растения здесь не такие, как в священной земле. Визор покажет те, что нам нужны. Ага, зато сразу становится лучше. Ладно, идем дальше. Можно собрать еще растений по пути? Да, хорошая мысль. Порча заражает все растения. Меняет их. Если так пойдет, растений не останется. Надо как-то остановить. Вон руины. Куда нам и надо? Тут несколько спусков. А что именно мы ищем? Копию. Искусственный интеллект. Сложно объяснить. Считай, что это набор действий, которые могут все исправить. Не знаю, кто протянул тут веревки, но по ним можно спуститься. Да, угодила в беду по пути сюда и лишилась снаряжения. Быстро расползается. Полгода назад все было хорошо, а теперь она везде. Собирают детали машин, как всегда. И след простыл. Они бросили корпус машины.
той машине куча стрел. Взгляну поближе. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю, но стоит изготовить стрелы. Впереди может ждать опасность. Там древесник у ручья. Ладно, надо изготовить стрелы. И у меня стрелы готовы. Там лестница, но отсюда до нее не достать. Точно, пущенная стрела всегда поможет. Нужно только прицелиться. Ты первая. В пакете данных, в этом сообщении, что я нашла, не уточнялось. Только что копия может быть здесь. Надо как-то попасть внутрь. Что было в Меридиане, когда я ушла? Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял, раз ты ушла, значит так надо. И вы были правы. Давай вниз. Давай в траву. Никогда таких не видел. Я тоже. Те машины были в состоянии тревоги. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Ладно. Сейчас, сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Это слабые места. Ясно. Его глаз. Слабое место. Верно. Концентрируйся. Ты
Нашла что-нибудь? Чуток припасов. Визор все это знает. Он считывает данные с машины. Как охотник, изучающий добычу? Ага, вроде того. А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Король Солнца отправил людей восстанавливать город. А я пошел искать тебя. Еще лестница. Надо отстрелить замок. Ты говорила, что нашла визор еще ребенка? Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. Переживаю, Варвар. Сюда. Приветствуем в пусковом комплексе дальнего зенита. Дальний зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом. Но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Ага. Похоже, они не очень-то ладили с Элизабет. Что ж, надо попасть внутрь. Кажется, ее можно вскрыть. Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Фу, что это за вор?
кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Когда та штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел.